Ну что, дорогой, вот наш пруд. Ребят, всем здорово. Ну что, наконец-то я добрался до Ивана Озера, до нашего любимого пруда. Сейчас борюсь в унке. Уже 3 унки сделал. Примерно вот смотрите, вот наш берег, где мы рыбачили, да? Ну, плюс-минус, где-то вот в этом стороне, где-то он бурт стоит у меня. Где-то около центра, вот здесь у нас, здесь местами глубже становится. Может быть, там он подлещик лещ стоит, а может и карась некоторые не спит, не знаю. Какая белая рыба. Купил белые прикормки для белой рыбы. Ну, такую универсальную, темную. Вот, плюс мурмуша взял. Ну и на маленькую будем рыбачить. Чисто на одну маленькую буду пытаться поймать. Опарыша не стал брать здесь. Так что сейчас вот три бунки забурил. Здесь одну, там и вот здесь вот так треугольником. Плюс-минус где-то я угадать должен. И та рыба должна стоять. Ну если что, туда вперед дальше пойдем. Посмотрим. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Надеюсь, сегодня рыбу хоть одну, хотя бы пескарика поймаю, чтобы от рыбы от нуля уйти. Ну и попытаюсь что-нибудь поймать здесь. Ну все, смотрим. Будут поклевочки, обязательно вам покажу, ребят. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Ну а я начинаю поиски рыбы своей мечты. Как-то так. Так, ну что, ребят. Удочку поставил, маленькую насадил. У меня там шарик. И отводной поводок стоит. Посмотрим, будут клевать, нет. Сейчас еще вот присаплю вот такой вот универсальной готовой прикормки. Для низких температур, видите, бешеный клев. Ой, у меня какой бешеный клев-то будет. Сейчас как засыплю, как попрет рыба, да, ребят. Ну все, сейчас засыпаю, немножко прикормлю сверху, чтобы рыба на запах подошла. Россыпью с руки, так и будем делать прям. Ну все, рыба, держись, рыба моей мечты. Вот так вот, смотрите, с мотылем вместе перемешку. Сделал, видите, мотыль и прикормка. Сейчас перемешаемся. Мотыля насыпал. Да не, давай. О, наша прикормка утонула. Ну все. Давай, как мы там обещали, бешеный клев. Глубину, ребят, я угадал. Здесь примерно по пояс где-то. Ну, если вот так вот доставать, это льда смотреть, да? Где-то по пояс, плюс-минус где-то, больше-меньше. Ну, примерно глубина. Так что, это почти глубокое самое место, но есть поглубже, где-то рядышком должен быть. Ну, уже не на мели попал, и то хорошо. Так что сейчас? Ну минут 20, наверное, активизировать, наверное, дать надо, да, рыбе, чтобы это. Пока унюхает, пока придет, пока приплюет своими плавниками. Короче. Так, короче, пошел до другой лунки, ребят. Вот здесь он прострелил. Вот такой вот у меня балансирчик, блин, что за херня там. Ну ладно, сейчас. Вот такой вот балансирчик с хвостиком. Ну и сейчас будем пытаться шнурков или кого-нибудь поймать, пока там удочка у меня стоит, пускай стоит, я пока побегаю, а потом уже проверю, есть на ней маленькая или нет, или вообще что-то клевало, не клевало, подошла рыба, не подошла. Ну а пока побегаю вот с этой штуковиной, надеюсь, может шнурок клюнет какой-нибудь. Так, ребят, ну что, минут 20 уже прошло, но пока здесь поклевок нету. Периодически проверяю. Сейчас просверлил, наверное, еще штук 10 вот так вот. Вот так вот, наверное, унок по всему периметру. И иду с балансиром проверять глубины, ну и щуку пытаться поймать. Ну и сюда вот
вторую удочку поставил, тоже закормился он. Видите, тоже прикормки кинул, закормился. Здесь глубина чуть-чуть побольше, чем там, а может до сантиметра 20-30. Это вот две точки вот примерно, где глубокие есть. Где-то здесь чуть выше шеи глубина. Ну нормально. И вот они, мои следы. Вот так вот вокруг. И вот там вот так вот идут. Сейчас пройду с балансиром и гляну, где есть шнурки, стоят, не стоят. Ну а потом буду бегать уже с удочками. А пока две лунки вот закормил. Ну и все, ждем рыбы. Пока бегал с этими, я поклевки не видел, но смотрите. Похоже на обглодали, да, немножко кто-то покоцал. На шарики ничего не взяли, а вот здесь что-то покоцано. Только-только пришел. Ну что, я бегал где-то около часа с балансиром. Пробежал лунок 15, наверное. Вот так вот все вокруг пробежал. Ни единого удара вообще, даже намека не было. Ни шнурков, ничего, ни окуня. Ну, окуня и так здесь не было, но я думал, что может шнурки какие-нибудь мелкие будут. Хотя бросаться. И вообще ни одного удара нету. Просто времени потерял зря. Ну, надо было проверить нам. Так, сейчас посмотрю, что на второй удочке. Сейчас заново маленькую насажу. И есть маленький уже шанс, то что здесь он на отводном поводке у меня обглодали маленькую. Может быть, что-то здесь и клювало. Лунка немножко примерзла. Сейчас отбил ее. Ну, сейчас уже буду сидеть и чисто рыбачить на удочку. Уже пытаться что-то поймать. Потому что на балансир 0. Будем пытаться вот на этой лунке и на той лунке. И вон там вот та дальняя лунка. Вон та вот. Нет, вон та вот, да. Точно. Вот та лунка. Вон, видите, где мои следы? Везде проходят. Потому что там мелко очень, очень мелко. Здесь тоже очень мелко. Единственное, вот там поглубже, вот здесь глубоко. И вот где вот та удочка стоит, вот три точки. Это вот самые глубокие места здесь. Я удачно попал, ну как бы сориентировался хорошо, где глубокое место находится. И хорошо попал в точку. Ну и балансиром сейчас проверю то же самое. Так что сейчас здесь посижу, может полчасика, часик. Ну... Полчасика, наверное, на этих лунках. И перейду на дальнюю. Там тоже чуть поглубже. Может, там рыба стоит. Как бы вариантов больше нет. Ну все, надеемся, что что-то клюнется. Ребят, только заклинул, и уже поклевки были. Смотрите. Саму не верится. Смотрите, клюет. Опа! Что-то есть. О! Ребят, не верится. Первая рыба на ИСе. Так. Уже сорожка. Плотвичка такая неплохая. Ну, такого можно потаскать для кошки. Может, карасик подойдет, а может, еще кто-то подойдет. Сейчас еще закормимся. Я же говорю, что обглодали, значит, есть шанс что-то нас поймать. Первая рыбка. Ну пойдет, пойдет. Сейчас насаживаю. Опять только закину удочку, уже клюет. Надо на той удочке посмотреть. Есть там какие-нибудь намеки на поклевки или нет. Так, ну что, удочку я зарядил заново. Пока поклевок не видно. Пока поклевок нету. Я отдыхаю здесь. Пойдемте посмотрим, что на той удочке у нас творится. Может, там карась сидит у нас какой-нибудь. Ну-ка. Нет, надо доставать, проверять. Ну-ка посмотрим, сели, не сели здесь у нас. Смотрите. Даже ничего не сели. Значит, здесь поклевок не было. Здесь у нас поклевок не было. Значит, надо... Я сейчас вот эту удочку, вот туда, Наталья. Там поглубже. И вон туда в дальнюю ее поставлю. Может, там что клюнется. Буду проверять, бегать туда-сюда. Потому что здесь сколько она простояла. Ни единой поклевки нету. Ребят, вторую поймал. Смотрите, какую хорошую. Покрупнее.
Вот это уже похуднее такая птичка пошла. Ну что, я остаюсь на этой унке. Ну такая вот. Плохая, ребят. На той удочке тишина. Сейчас ходил, проверил. Ничего там нету. Ну а здесь поклевка, вон, такая сружка, здоровая, ну, приятная, по такому, так сказать. Неплохо, неплохо. Ну что, у нас унка немножко промерзает, конечно, ну так. Сейчас, наверное, поставлю палатку. Если газ не замерз, потеплее сделаю. Ну и в тепле потаскаю, если удастся. Если она будет клевать, конечно. Но. Опа! Есть, ребят, есть. Ого, сорёжка, смотрите, какая здоровая. Опа! Под него, нифига себе. Опа! Есть! Есть! Смотрите, какая крупная. Ребят, вот такую сорожку можно таскать. Пойдет такая, да? Хорошая попалась. Опа! Блин, так хорошо подняло, ребят. Опа, есть! Есть, есть, ребят. Вот, неплохая. Смотрите, такая, да? Есть, есть, ребят, есть. Вот, на которой сопротивлялась-то у нас. Стандартная. Опа, есть, 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 ребят, что-то. Она такая побольше уже. О, и отцепилась сама. Вот такая пойдет уже. Ну, приятно такую таскать, ребят, приятно. Так, у нас рыбка клюет, рыбка. Так, ребят, хочу закормиться. Сейчас на дно отпущу. Вот столько прикормки, чтобы на дне было. Чтобы она на дне лежала. Я аккуратненько высыплю, чтобы рыба собиралась именно под ункой у меня. Видите, мормыши прикормки перемешку. Сейчас рыба будет у меня кушать там. Опа, есть, есть, ребят, есть. Есть сорожка. О, есть, есть, ребят, есть. О, хорошая такая сорожка. Долго выжидал, долго. Ну что, ребят, у нас обстановка по кайфу, тепло. Блин, финская свечка так долго горит, еще с той рыбалочки. Еще с линевки. До сих пор горит, уже часа три, наверное, два. Сколько я сижу. Ну, смотрите, сорожка такая добротная, да? Хорошая вон. Сейчас мини клев стал под утром. Днем, точнее. Ну, вот эта такая неплохая тоже. Неплохо, неплохо. Вот если с рукой сравнивать, да, вот. Как бы приятно такую таскать сороженьку. Единственное, что я забыл, за кормовой маленький взять. Надо было все-таки взять, подкормить.
Как бы у меня вылетело-то из головы что-то, как бы. Что-то даже не подумал. Взял только прикормку зимнюю. Ну, такую стандартную, да, для всей рыбы. Ну, как бы вроде рыба подошла. Сорожка вроде клюет. Пока другой не видел рыбы. Еще бы закормочной малинки бы так подсыпать бы. Ну вот, утром как-то она поактивнее клювала. Сейчас уже днем стала менее активно клювать. Клюет, конечно, поднимает, нагибает, ну почти не могу, блин. Играет со мной. И вот так вот постоянно. Ну, периодически клюет. Но уже не так активно, как с самого утра. Если утром бы я закормился бы, наверное, еще и малиночкой бы. Возможно, мы потаскали. Ну, тоже неплохо уже. Кучку-то натаскали мы с вами. Так что, сюда за сорожкой-то можно ездить, оказывается. Ну что у нас, последняя сорожка так и не хочет. Играет, играет, клюет, но на крючок не садится, ребят. Ну что, вот такую вот кучку сорожек я поймал. Ну, неплохо, считаю, штучек 15. Там еще парочку валяется. Такая добротная вся, хорошая. Ну, неплохое, неплохое. Так что сорожка, ну, вполне хорошая, таких размеров. Потаскать можно поприятнее, да? Чем ротанов-то. Вот. Ну, как говорится, от нуля ушел, то хорошо половил. Посидел хорошо. Кофе все допитал у меня. Свечка у меня сгорела. Ну, и буду потихоньку домой собираться, ребят. Ну, а вам я желаю всем на рыбалочках ни хвоста, ни чешуи. Но в следующий раз... Опа! Клюет, ребят, клюет. Клюет, представляете? Пока с вами разговаривал, здесь такие поклевки аж загибало сильно. Напоследок, что ли, клюнуть? Опа! Ах, нету. Видели, да, он клюет как? Клюет, но на крючок не садится нифига. Не хочет. Ну ладно, на следующую рыбалочку я, может, возьму чертика с собой. Пару унок сделаю. Может, на вечерний клев как-то приехать или на ночной. Может, подлещик клещ выйдет. Потому что он здесь гуляет. Мы его летом здесь ловили. И он должен где-то ходить. Вдруг появится. Ну, пока одна сорока сегодня днем показала. Утром был, с самого утра более-менее клев. Сейчас приутих. Как-то вяленький клев. Клюет, конечно, но уже вяло. Ну, а с вами я буду прощаться. Не забываем подписываться на канал. Ставим лайки за сорожку. Ну, и до новых рыбалочек с вами, ребят. Всем счастливо. В новом году.